Друзья, сейчас мы в Софии посмотрим, как выглядит летний театр. Кинотеатр или театр? Cinema театр or драм актер театр? Какая это? Драма. Драма, да? Давай покажем вам драму. Смотри, какая здесь драма происходит вообще. Сцена пуста. Да. Сцены, артисты спились. Да? Все гуляют. Здесь братва гуляет. Нормальное место такое, прикольное. Ага, да. Зорба. А это выступление бывает вообще? They have some kind of theater here sometimes, so is it closed? Sometimes they have some performances here. Иногда есть. Да, то есть не совсем закрыто, да? Что ж, посмотрим, что у нас тут. Да, такой хороший парк. Притом большой, огромный. Для детей, да, взрослые, все гуляют здесь. Где кинотеатр, там сидят все, пьют. Здесь же просто продают разные сувениры. Примерно как парк Горького, хотя карусели здесь нету. Туда пойдем? Хороший парк. Цветы лотосы? Или что? Да, это я понял. Цветы лотосы. Сейчас будут люди сфотографироваться и подходить. Такие. Ну, вообще, говорю, как. Раньше по такому парку идешь, Денис, и тебе, во-первых, стоят люди, которые фотографируют. Правильно? Притом фотографии они тебе высылают на дом. То есть не так ты подошел, или же полароид, или вообще, который там надо пленку появлять. После этого может появиться человек с орлом. Такой, ты, он на тебя орла сажает, и ты с орлом фотографируешься. Put photograph, could make a photo of you with like Polaroid, all the cameras, and then just you could buy one. Она заснула. Спи, спи, все нормально. Все нормально, спи. I said that before, you told me that before the parks like that. Друзья, гуляем по парку Софии. Вот, не знаю, по правде говоря, записывает камера сейчас или нет, потому что у меня там черный квадрат только работает. Вот. Это девушка, которая нас сегодня приютила, скажем так, наша первая коуч Софи Мбисса. Сейчас смотрим, изучаем местность. Что пока это все, смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в солнечной Калифорнии.